Смотри, одну лужу можешь выпивать, одну растягивай. То есть появились Да, я знаю. новые лужи, допил эту, также одну выпил, одну растягиваешь. Далее, вторая фаза. На второй фазе все то же самое по слизням, по лужам, но, соответственно, будет дополнение, будет пельмени. Пельмени будет три штуки. РДДшеры следим за этим. Милишники также следим. Не получаем дебаф от пельменей. Это минус хоста. Минус 600 хосты. Это минус ДПС. Минус хил. Соответственно, понятно. Далее. Мишка знает, как с колбами отводить. Соответственно, первый может быть по таймеру прослакает. Но, надеюсь, это не будет. Он будет отводить от сюда. Соответственно, ставит Смело, я спиной сразу к глаз. стене, сразу к стене Да, поставлю. ставь спиной. Соответственно, милишники, колбы не ловим. Это минус меткость. Минус 60%, если мне не ошибает память. А не На сто обычке процентов. минус Минус сотка. 100%. Я не помню, здесь как-то вроде по-другому. Я просто здесь колбы не ловил, так что точно вам не скажу. Ну, проще сказать, это минус меткость. Соответственно, также минус ваш ДПС. Надеюсь, понятно. Далее, третья фаза. Соответственно, босса будем, если правильно все выпьем, босса, Виталь, будем вести от стола. То есть РДД, милишники, вы бьете в бочинку, или желательно лучше в лицо бить. Если умеете, бьете в спину. Главное, чтобы вы колбы не словили. Если вы колбы ловите, вы получаете дамаг, также минус меткость. Так же, как и если вы ловите пельмень, также получаете дамаг и минус скорость. Соответственно, ДД, РДД, точнее, хилы и РДДшники. Мы босса будем вести по часовой стрелке. Быстро босса не ведете. Танки, для вас задача. Колбы появились, чуть-чуть отвели. Если лужи появились под боссом, соответственно, чуть-чуть отвели. Не надо далеко уводить. Не надо его постоянно водить. Далее, РДД хилы. На траектории по часовой стрелке, вот здесь никого не должно далеко быть. Надеюсь, это понятно. Вы должны идти с бачка. Также кучно, ребят. Босса повели, вот так вот. Сместились, если пельмени появились, лужи сместились чуть-чуть. Но вот тут вот не должно никого быть. На третьей фазе слизней больше не будут, обамы не будет, лужи будет некому выпить. Соответственно, лужи будут разливаться. Будут только пельмени, лужи и колбы. По стакам, соответственно, будет первый танчить Мишка, Войт потом заберет. Виталик, 5 стаков настакиваешь, как его? На тебя диван дам я. Соответственно... Когда Войт с тебя заберет, так. А тебя резнут? Ты самый сильный по ДПСу. Резнут. Давай, Силу, СС Сила, СС остался? остался. Свет. СС на меня вешай. На Тёма, давай, медвея. может, лучше я буду давать. Просто диван, ну, у меня ДПС не сильно большой. То есть, ну, реально. Погоди, Даже стой, Силу, убили. не давай. Безумец, это ты? Ну да, так смысл тебе. Тогда на Мишку даешь первый ты. Это даже Диван. секунды терять, пока ты встанешь, пока тебя бафнут, и то не факт, что бафнут. Этот, как его? Этот безумец дает первый диван, соответственно, по медведю. Далее. Так, что там у нас по ДПС было на этом? На скольких стаках ему давать? На 5. Когда 5 будет, когда с него Войд заберет, я тебе скажу, когда дать. Дашь диван по Квирду. Так. Дальше, я так думаю, посмотрим. Шредер. Да, дальше Шредер. Шредер. Далее ты даешь по Void Defender. Когда на нем будет 5 стаков, соответственно, запомни цель его, возьми, пожалуйста. И когда скажу, соответственно, дашь на него диван. Надеюсь, реги есть. Дживса я вам Дживса не поставлю. А, вон стоит. Дживс, звездочка. Купили реги на диван. Соответственно, если надо будет, наше молоко и я еще дадим по дивану. Воровать не надо, просто бьем. Full баф даем. Также бьем под саппортами, ребят.
Далее луне обмен. Выдам сопроты. Кому припоты нужны, сразу говорить. А что, есть на это, на силу? На стой? На силу нет. У меня есть... нет, тут под сопротами будем. Как его? Есть припоты на хосту, есть дикой магии. Соответственно, если надо кому-то говорить, сейчас я ребафну. Все даем луне обмен, получаем сопроты, начинаем бить босс. Сопротов благом. Машенька хорошо наделала, да и Саня постарался. Миллионер. Пошел мне трейды. Не знаю. Не, даем обмен, получаем сопрот. Он колду просит, Сань. Ну, что это так сказать? Денег нет, страна бедная. Денег нет, но вы держитесь. Сейчас я подожди, я сейчас еще вспомню умные фразы и тоже скажу. Так, ладно. Так, погоди, я забагался. Сань, когда миллион? О. А как я насобираю миллион, когда у меня медведь занимает и занимает? Что? В смысле занимаю? Алло. Сначала от имени себя занял, потом от имени гильдии занял. Я занял от имени гильдии, но ничего, гильдия простила тебе все. Кредит на гильдию взяли. Да, ипотеку. Но у меня 100 тысяч только. Так, обмен, еще кому нужны сопроты, обмен кидаем луне быстрее. Дай мне дикой магии, пожалуйста. Сопрот есть. Сопрот есть. Откуда ты такие бабки, 100 тысяч у тебя? Чек на готовность. Я тебе говорю, шишка барон. Я не то, что он взял триню за 205к. Так я тебе говорю, он шишка барон. Все шишки на сервере, которые имеются на аукционе, его. Не, на самом деле не так. Я еще трех подсадил человек уже. Этот, если что, кто-то хочет собирать шишки, ребят, я только буду за. Так, я вам даже где брать. Все, стопнули флот, милишники, давайте в квадратик. Так, босса быстрее поставить. Чек на готовность. Сопроты пропили. Рыбу я оставил? Да. Так, далее сначала поставить медведя. Поле Бейба, крест рибафни по всем. Пошла вода горячая. Но я хочу еще посмотреть. Как на всех кресты есть, ну окей. Не, ну по локу нету. От гадства, Шреддер впереди меня. От гадства. Шреддер, тебе печенька нужна? Ты забыл про Холли Бейбу, ой, про этого Холика и про Зойла, да, на печеньку? Чек на готовность. Рэлла, ты че не видел? Вы уступите Шреддеру, чтоб пошла мне колба, да? Так, ладно, все готовы? Отчет на пол. Мишка, скажешь, когда РДД вливаться? Погодите, не вливаемся, ребят, дали поставить. Давай, Виталь, ставь, быстрее, тебе дают время. Быстрее. Прожимай. Играем. Так, готовимся по зеленому играть. Зеленый появился, в зеленого играем быстро. Убегаем, лишники, быстрее. Шейпера понятно. Вары не чаржимся. Быстрее доливаем. Отлично. Маша бейливает шейпера. Шейп, вставай. Прохил вара. Сразу баф даем, готовимся красный. Стопнули по боссу, готовимся по красному играть. Сейчас выбери цель. Играем по красному. Отъехал, смотри, аккуратно. С лужи выходим.
Далеко не убегай. По луже не бежим, милишники. Быстрее по красным мы играем. По боссу. А, 2% не переведем. Стопните по боссу. Или нет? Да, стоп. А, ладно. Перевели. Угу. Под зеленого. Сразу же льем по зеленому. Я ничего не чувствую. Что? Это еще... По зеленому быстро влились. Не чаржитесь, главное, вары. Пельмени. Ясно. Так, что у нас по БРам? Слишком много милишников. Так. Раз, два, три, четыре. Так. Орхидея, Берри Лилила. Мосса, Берри Бокрукс. Пельмени. Разумеется, потом на перефазе, если что, реснем. Побэрили. Бафы раздаем сразу, готовимся по красному. Бомбы не ловим. По красному играем. Играем по красному. Так, отъехал, сдох. Кулак по варам. По боссу. Шредер, бафни кулак по варам. Пельмени. Так, по зеленому быстрее. Зеленый появился уже. По хил рейда. Пельмени. Быстрее. Отлично. Готовимся, красный. По красному играем. Да стой ты, не беги, через босса беги. Пельмени. По боссу. Готовимся по зеленому играть. По зеленому. Ясно. Готовимся по красному. По красному. Нужен. Пельмени. РДД обратно в трусы встали. По зеленому.
пельмени. А босс? Да, 3 минуты у нас. Ну не убьем так-то ДПС. Да, я вижу. Дори, не сбегайся. А, забыл диспельнуть. Войд, залазь в лужу, не пей. Так, Дима, заходи-ка на мага. Да тут не в этом дело. Тут дело, рейд так слабо идет. Получается, смысл в чем? Друид стоит на месте. В зеленого не сводит. Если он будет с зеленым, этого босса же зеленым вводить, будет дамаг идти. Также с рыжим вместе. Потом получается, если рыжего ведут, то через мили зону должны проводить. Чтобы дамаг проходил массой. И по боссу, и по всем вместе. Босса надо тоже вводить в эти места. Чтобы дамаг шел. Ну, красному ты не подведешь, потому что он убирает. Ну там, как там, РДД начинает бить, красный появился. Цель, кого выбрал красный, бежит через место, где мили. Да, 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 да. Я же говорил, ребят, я же показывал. Вам не надо сразу, кто из милишников, цель красного вас выбрала, не надо паниковать и бежать сразу к РДДшнику. Стоите, бьете босса. Смотрите, что он подходит примерно на достаточное расстояние. Начинаете бежать через РДД зону. Ну, на кого тебе поменять? Твисти, это кто у нас? Ветрик? Юль, тут? Он входит, вроде. Я Ретрик какой? Я Ретрик не одетый, к тому же для арены спек. Холик, да. Я понял. Плохо. А вот этот элемент топ про, это кто? Рюшам? Нет, Лем. Ну, пельмени 21 тысяча. Зеленая такая, в воздухе летает. На. Сейчас погодим. Сейчас найдем. А чё в два хули пало из? Это бессмысленно. Бессмысленно. Смысла нет. Ну, Саню спекнуть будет плюс РД. Да, допустим, меня в ДД, но мне кажется, в любом случае у нас все равно сейчас, даже если бы, например, смотрите, у нас, допустим, теоретически меньше на 3 падения было человек, меньше на 3 БР. Допустим, даже если бы чуть быстрее поднимались бы, смотрите, плюс там 400 тысяч они бы сняли бы. Ну, теоретически в цифрах. А все равно у нас даже под Беру остается, ну, у нас в целом по рейду, ну, мы чуть-чуть не дотягиваем. У нас впритык, если мы вообще не падаем, то есть мы убьем. А у нас в любом случае чуть-чуть падений будет, чуть-чуть будет цеплять пельмени. Ну. Извини, перебью на секунду. Это безумец говорит. Мне надо срочно отойти на 5 минут, ворота открыть. Открывай, открывай, иди. Я сейчас еще человек. Тём, ну смотри, да, зеленый отхит. Я не знаю, какой там я дымах относил. Че, пока перекур, да, туда? Да, перекурить пока. Я очень дофига ДПСа теряю. Мне может в натуре замаганный зайти. Так зайди на погоди, сейчас найдем одного. Все-таки больше ДПС по зеленым будет бежать. Ну вот это... Ну вот, ну, вот девочка сейчас в поле пала, а меня в Элем, а Диму в мага. Вот плюс 2 РД. Тут хуже 2 хлюпала будет. Тёма, сколько трая?
один. А кто этот отъехал ДК? Он почему-то стоял в оранжевой колбе и 2000 получил по 20 тысяч. То есть он у них стоял прям. Слышишь? Ой, ты запитываешь? Ага. Надеюсь. Отлично. Потом скинешь этот, пусть смотрит свои ошибки. Нахрен. Надоело. Следующего пула в этот. Хотя в этот сейчас я погоди, чуть-чуть найду. Ну где? Один РДДшник, чё? Там, смотри, там вот получается две смерти от пельмени, одна от пельмени, одна от химической колбы, а остальные, кто в милики падали, это получается, их было недостаточно возле зеленого, когда он взрывался. Так это же легко можно избежать. Да я понял. Ну да, Мосс, сейчас будем так делать. Сейчас, погоди. Сюрприз ушел. Наше молоко. А, мульти. ШПшка. Ну он пойдет? Не знаю, сейчас пишу. Спроси. Я ору. В гичат. Отлично. И я бы за магой зашел. Вообще шикарно. Стипов аж одна дрянь вроде падает. Вся фишка зеленого в том, чтобы когда он откинул людей, они не бегут на него, а отбегают на максимальное расстояние. Не, ну я ДК на него бегу, я даю зеленку. Пофиг, что он меня откинет, если одного. Ну, в таком случае теряется ДПС миликов. Он как бы, смотри, он стоит, взорвался с тобой, тебя выбил, взорвался, весь рейд миликов стоит и смотрит на него. На него бежать нельзя, потому что они сдохнут. Ну и либо всем подбегать, но нужно отлетать в одну сторону. А если они отлетят в разные стороны, то слизень выберет того, кто ближе к воротам. Не надо. Стандартно, слизень два раза цель меняет и все. Не, я не про это, Шреддер, это бред, что ты написал, потому что колба будет по всему этому периметру. Это реально бредовая идея на второй фазе. Да и на первой. А можно для знатоков хилбота вопрос? Можно ли как-то сделать, чтобы при наведении на человека не было всплывающего окна его? Как-то можно выключить или нет? Да. Подсказку, чтобы таргет не брался. Не, вот я в хилботе навожу на человека, и у меня всплывающее окно там, например, Бог, левел 80, лед и информация. Как? Это подсказки убавить. Где именно? Где именно? Где там мультик, где эти все люди? Не знаю. Не, вот шейп нужно на третий оставить. Не. Блин, где задумчик? Кто там спрашивал про хилбот? Кому там подсказки надо подошел? А я нашел вот в типсах подсказки, птичку поставил скрывать подсказки в бою. Да. Это оно, правильно? Да. Спасибо большое. План отель был нема. О, лимошка зашел. А у тебя кто там? РДД, ДД? Порота. У меня танцы. Собранный. В принципе, можно его танка взять, а Войда взять дамагера. Пойдешь на проф? Пошли. Плюс они в чит. Этого. Да. Виталика взять на рогу, будет на пол. Раньше бить на чит. Да ну, успокойся, ДПС меньше будет. Зачем? 8к максимум будет. Какой 8, там и 6 не дам. У меня нет цели.
Шеддер, ну есть такая другая тактика, и все. Надо вести, будет полчаса до квадрата ждать, мы уже начнем босса бить, потом бежим. Давай на мага, Дим. Всем пока. И ушел. Че, вы нашли ДД? Нет, нам танк нужен. А не заходить? Да. А есть реги там, берсерк, навоятель, почарить? Дживс, и посмотреть, скорее всего, есть. Грум, есть почарка. Дживс поставлю систему. У меня не хватает осколки грез и великой субстанции. Я б тебе изучал. Одну абсолютную пыль дай на мидвее. Я кидаю обмен. И два красных камня. Обычных только не надо. Сердоликов, я понимаю, не надо. Нет. Обычно да ну, не надо, давай. Мент. Тебе никто и не предлагает. Думаешь, Лад, да. Ну, хочешь, если хочешь, можем так сделать, в чем проблема. Ну, заходи за ДЦ, Дори в ШП. О, у меня 5 пыли есть, распылил что-то. Надо? Так мы так по ДПС убираем. Шаман-то милит. То есть откидывает так же самое, понимаешь, чем прикол. Чем меньше миликов, тем лучше. Заходи на ДЦ. Да не в миликах дело. Так, разберемся потом. Войд, обмен кинь на мидвею. Я тебе сейчас чарну. И дай эти, я это также сделаю. Дай. Саппорт кончается, давайте быстрее. Да ничего. Да чё ничего, по 250 голд вот так. А нас 25 человек. Так. Вот, сейчас заходит Дори, давай в ШП. Один трай саппорт хватит. Просто 6к на один трай. Давай обмен. А, хорошо, сейчас. ГБ поставь. Саппорта не нравится, если что. Давай ГБ поставь. Я поставил, вот. ГБ. Где? Нет, там багровый. Багровый один у меня с собой. О, спасибо. У меня тоже один. Обмен кинь. Сумоньте паладина, сумоньте это приста. Тыкаем. Мага. Обмен. Тыкаем. Да уже сумонь. Они же, правильно? Нашли кого приистом взять, это ж слакер номер ван. Чё? Так, Лимош, давай Луне обмен, Тавр обмен Луне, саппорта получайте, Дим тоже. Зачем мне саппорт, если я в чушке? Да все равно, ну хотя хочешь. Я не хочу его пить, здесь есть хант, а у вас и ханта нету, а как вы без ханта в рейд пошли? Так получилось. Да, ребят. У ханта есть срез. У него, во-первых, есть там срез. Да, и этот самый аура на резист от силы природы. Без ханта в рейд больше не ходить никогда. Одевается хан. Гурского нет. А гурский здесь. Тавр, обмен, кинь. Давай быстрее. Пусик все, отъехал.
Так. Дима, у тебя есть, да? Да у меня 200 своих, зачем мне еще сопротивление? Ясно. Так, рыбу поставил, фулл баф дали. Лимож, давай прото по всем. Броню отдайте паладину, у кого стоит. Сейчас гляну. Вроде у меня. Электриковскую поставили. Чек на готовность. Дебильная населенность и босса. Ну он жив стоит. А почему его Джифса убить нельзя? Потому что это не хламобот. А раньше можно было. Хламоботы можно, Джифса нельзя. Танки, друид и паладин. Я бафу. У вас демон есть? Демон есть? Есть. Он вроде спеклся. Он гибрид спеклся, по-моему. Нет в демоне. Как нет? Вон клинит. Так, все готовы, отлично. Чёт на пол. Отличные новости, народ. Я усовершенствовал штамм чумы, которые уничтожили... Подводи, подводи, Роми, погоди. Дай поставить. На пола нету. Боже. Влились. Уж выходите сразу, пожалуйста. Дима, чуть-чуть ближе подводи, Виталь. Чисто в метку. А, вон, чуть-чуть. По зеленому играем. Чуть надо сместить метки. По зеленому быстрее. Не подбегаем к зеленому, не подбегаем. Бьем. Выбралась цель, бьем. Отлично, по боссу. Готовимся. РДД по красному. Моса, стой! Милишники пошли по красному. Побежал. По боссу. Успели? Нет. Готовимся по зеленому. Отошли. Да можно бить, Первый. Только надо в РДД сходить. Что-то я ничего не чувствую. РДД сразу. Что? Милишники также сразу. Сразу по зеленому. Первый сразу по зеленому. Потом френжу наберите. Пельмень. Бьем. Бьем, добиваем быстрее. По боссу. Чуть сюда, Виталий, вот сюда отводи, где луна. Пельмень. Ближе, короче, к кругу. Да, ближе к кругу. Готовимся, красный. РДД по красному. Пельмень. Пошли по красному играть, пельмени. По красному играем. Тавр не туда побежал, ну ладно. По боссу.
зеленого его прям так. Пельмень. Пельмень. По зеленому. По зеленому. Не подбегаем, ждем. По зеленому. По боссу. По красному. Шейф, готовься, пельмени. Быстрее по красному. По боссу. Готовимся по зеленому. Пельмень. По зеленому играем. Лео, уже третий пельмень ловит. Быстрее зеленого. Пельмень. По боссу, пельмень. РДД по красному. Милишники по красному. Пельмень. Маш, БР есть, БР Орхидея. Баф дали по друиду. Готовимся зеленый. По зеленому. Медишников. Блять. По зеленому быстрее. Босс. Пельмень. Так. Мосс, а нет, Орхидея, БР, Бокуса. По красному играем. Пельмень. По зеленому. Переход 2%. Стопнули по боссу, по зеленому играем. Пельмень. Пельмени. Долили зеленого быстрее. По боссу. Допивай. 1%. Допивай, допивай. А-а-а, красный. Успеешь? Нет, нет, красный. Так. Боб. Цель красного, я в этот дам боб. Сейчас выберет, отбежали от красного. Сбежали от красного. РДД сразу по красному играют. Моса побежал, спринты. Играем, Геру дали.
Отлично, по боссу. Пельмени. Бомбы. Пол ДПС босса. Боже, отводи. Что, бомб я даю? Безумец первый даешь. Аккуратно только. Забирай. Давай. Пельмени. Дал. Так, Виталя, снимай диван, бей безумца. Я не вижу бомбы. Классный баф у себя сними. Баф, божественное вмешательство. Я его не вижу на теле. Сними все бафы. У меня другие бафы. Ты нарисован. Безумца я резать не смогу. Пельмень. Больше ДПСа. Ну, не резай, значит. Шреддер, потом мы по палу дашь. По команде. Забирай, Виталя. Шреддер, давай по диван по палу. Бомбы. Колбы, отводи. Так, Моса БР в паладина, Шреддера. Фулл ДПС. Пельмень. Отводи, 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 отводи сюда. Отводи, бомбы, отводи. Забирай. Отлично. Геру дайте, если можете. Геру дали, если, если есть Гера, дали Геру. Даем. Готовьте бабу. Готовьте бабл, если что. И сибирсабы. Бабл, 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 паладин, кто-то. Быстрее все бабл. Баблы. Бабл каунт. 2%, быстрее, льем. Сейчас убьем. Тут и добьют в баблах кто-то, постойте. Да не добьют, ты чё? Сколько там хп? Миллион. Кто-то, у него 400 оставалось, кто-то отхилился. Ну там когда убивают... Отхилился, потому что танки. Танки легли. Короче, так, по пельменям. Сразу говори, кто ловил. Ну, самый последний уже в конце в углу. Не, это понятно. Самое большое по пельменям кто словил? Жабен, как всегда. Ну, у меня за этот рай один пельмень был. Это на второй фазе в начале. Орхидея словила дабл пельмени, потому что повернулась в красного, и когда проанонсировали пельмени, она не успела. Как раз в этот момент красного бил. Так, Маш, есть у тебя СС? Нету? Сань, вставай. Я по идее думаю, здесь не надо пить цепроты. Тут надо выйти фласки на ДД, и мы его положим. Потому что реально дамага не хватает. Ну как бы да, но еще надо не ловить колбы ни одному милику. Тогда ДПС увеличится настолько, что он для первой пойдет. Мы его убьем. Потом у меня раньше аддон был такой. Показывался, кто сколько пельменей поймал, кто сколько кол поймал. Кроме здесь, кроме аддона, нужно пользоваться. Пропал, вот надо найти его. Аддон называется Raid Slug Check. Здесь он не работает, потому что конченый Сирус дает блок на чат 10 минут, если ты спамишь этим аддоном. Да, пошел тогда в жопу Сирус. Поэтому он бесполезный. Ну а там можно хоть раз-то линкануть? Ну, разок-два можно, потом сидишь 10 минут с мутом. Да это похрен вообще, где это? Сейчас я отключу. Как я могу, это? Я могу релогнуться и включить его. Как он называется? Под этим, обычными фласками я просто холика спекнусь. Все равно дамага у меня там фигня, то я думаю, было бы... Сейчас я включу этот аддон. Можете правда безумно холика, и мы будем под ДД фласками?
Он считает там 5к ДПС дает. Ну давай, ну, так. Давай. Хорошо. Я давно под ДД уже. Все фласки ДД выпили. Что-то я завис вообще. ГБ поставь. Алло, говорит, 5к ДПС это много на этом боссе. Роми, ты где? Я захожу. Угу. Сейчас дам. У кого нету на СПД там? На третьей фазе вообще невозможно убить мили. Да все там возможно, я ДК бил мили. Там, короче, не знаю. Смотри, там радиус взрыва колб 12 метров. Чуть подальше профа отводи, метров так на 15, чтобы милики могли подойти, потому что хитбокс у него очень маленький. Нужно в красный кружок босса забегать, чтобы милики могли бить. Да, кинь этот мент, кинь. Вообще маленький, то есть на в нем стоять и колбы в нем появляются, и постоянно ловишь. Еще кому-то нужны фласки на ДД быстрей.